16 уведомлений на уборку территории выписала городская административно-техническая инспекция управляющим организациям Бердска. На еженедельном заседании штаба по прохождению отопительного сезона весенняя тематика. Военный городок отгораживается от паводка мешками с песком, коммунальщики заделывают провалы в асфальте. Бердские коммунальщики на еженедельном заседании штаба по прохождению отопительного сезона рассказали о том, как идет борьба с дорожными провалами. По словам представителя МУП КБУ, грунт просел в тех местах, где в этом году проводились масштабные ремонтные работы на сетях, то есть в районе дома номер 35 в микрорайоне и на перекрестке улиц Ленина и Кирова. Предварительно уже было залито все бетоном, сейчас опять случился провал, просадка грунта, то есть занимаемся в этих местах. Ирина Корнеевская отметила, что на летний период запланированы ремонтные работы в этих местах с укладкой асфальта. Тем временем идет очистка частного сектора Бердска от снега. Директор городского управления ЖКХ Владимир Захаров, в частности, пообещал направить уборочную технику на улицу Лермонтова, жители которой просили о помощи. Автотранспорт для вывоза снега должны обеспечить управляющие организации. Управляющие компании, между тем, отчитались о том, что основная масса снега во дворах вывезена, а дорожки прочищены. В том, что все сделано как надо, усомнился начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов. По его словам, горожане продолжают жаловаться на подтопление. Уже выдано 16 уведомлений управляющим компаниям по вот этим вот вопросам, то есть содержание внутриквартальных проездов и вывоз снега. Это уведомление, насколько я знаю, кончается сегодня срок. Завтра, послезавтра мы пройдем контрольные осмотры. Хотелось бы, чтобы все уведомления были в срок исполнены. Есть в городе проблемы и с горячим водоснабжением. Представитель ТСЖ «Изумрудный», в частности, пожаловался на проблемы с горячей водой. У нас либо скачет давление, либо скачет температура. Звоним в КБУ, как говорится, обращаемся. Они говорят, это Беляев. Беляеву звоним, никаких договорных отношений нету. У них полгода ничего не двигается, администрация в курсе. Там необходимо запорную арматуру делать. Беляев за свой счет не собирается делать. КБУ не собирается деньги перечислять. Мы заложники. Дело в том, что у городских властей нет рычагов воздействия. Собственник ЦТП, снабжающего изумрудный теплом и горячей водой, индивидуальный предприниматель Беляев. Председательствовавший на заседании штаба Владимир Захаров распорядился собрать совещание с участником всех сторон, от предпринимателя до КБУ. Если же это не поможет, придется решать проблему на комиссии по ЧАЭС, заметил он.